Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Олис, и это потерянный эпизод Леди Баг и Суперкота, под названием «Несчастный случай Суперкота». Я был не себе, ведь летом уже выходил потерянный эпизод Леди Баг, где она уже... покончила с собой. Но эта серия, походу, не та сюжетная часть. И это было очень странно. И все же я решил ее посмотреть. То, что я увидел, меня напугало. Серия началась с того, что Маринет прибежала в школу. Там в библиотеке Макс и ее любовь играют в игру, по которой будет турнир. Но Маринет тоже очень хотела попасть на турнир, чтобы быть вместе со своей любовью. И ей нужно было обыграть Макса, что она и сделала. Макс был очень расстроенный и ушел домой. Адриан говорил, чтобы он не расстраивался. Но Макс просто ушел. В это время злодей отправил свою бабочку, чтобы та превратила Макса в беспощадного монстра. Он был как той герой в видеоигре. Вдруг начались помехи. Они были ужасные. Иногда я слышал ужасные крики, но картинка была неразборчивой, и я не мог понять, что там. После помех было показано, как Андриан и Марина сидят и едят пирог в парку. Но вдруг им помешал Макс, и они начали убегать. Андриан начал превращаться в суперкота. Он спас Маринет и оставил ее на крыше. Но Маринет тоже начала превращаться, и они начали драться с Максом. Она отправилась на арену. Здесь их эта громила чуть ли не уничтожила, но они сопротивлялись и убегали. Они хотели жить, но вдруг появился красный круг. Он стоял около Леди Баг. Они не знали, что это, но монстр был близко, и еще б чуть-чуть, и он бы ее уничтожил. Но Маринет не оставалось ничего другого, как схватить этот шар. Как только она подсунула к нему руку, он взорвался. Леди Баг и Суперкот погибли. На этом серия обрывается. На этом все. С тобой был Сергей Олис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.